Ну вот, нагрузили полную. Все, Никита, давай своей тройкой. Крепче держите, ниже наклоняйте, чтобы не по... Все. Ну, а эти там дальше тут выбирают. Вот везут камыш осоку. Никита с братьями. Ну, а там дальше, видать, маленько даже коровушки пасутся. Погнали. Вот муж шалаша. Как он выглядит. Теперь просто закрытый был, будем снимать. Эти ветки сверху пойдут, а это уже другое дело. Это электроэнергия идет в лагерь. Я снимаю, руки трясутся, поэтому еще тут толку не рассмотришь. Целый день сегодня дождило опять. Уехал фотограф Шафран Андрей сегодня. Михаил Кальмаев приезжал еще раз помочь. Здорово помог. А это Нюра осокой пальчик там щикнула чуть. Кровь появилась или нет, уже все. Все. Это оба из Казахстана. Так, вплотную подъезжайте и разворачивайте. Вот сюда вот становите, и мы свалим здесь ее. Вплотную сначала подъехайте, потом повернете. Давайте. Так, поворачивайте теперь. Что? Поворачивайте, что? Вплотную подгоните тележку. Прямо вплотную. Так. Не ударься об нее. Хорош. Развязывай. Держи там, держи, не отпускайте. Не опускайте. Ты никогда не отходи, пока не возьмут у тебя из рук. Если она сюда упадет, тебе не развязать. Ничего. Вот так. Вон, погнали коровушек поить. Овечки-то уже где? Кто же это так? Они бегом бегут. Что-то много овечек-то там, это щи. Может быть, это чужие тут? Игнат Тихонович. И никого там не видать. Просто это овечки. Сюда назад и все. Пшеницу зайдут, а? Сюда сваливаем. Туда сваливай, вовнутрь. Перепроходи до своей стороны. Зайди, куда полез-то? Никита, чего? Вернись назад. Ну, куда ты полез? Туда, сказали, сваливай. Ну, оттуда же заворачивают. Я тебе показывал, как. У тебя все на выворот идет. Ну, возьми с своей стороны-то, подними. Не знаю, не понимаешь, да? Понимаю. Ну, иди сюда, иди. Мы 5 телег. Не надо, не надо, не надо. Ничего не надо говорить. На, держи. Ну, маленько-то. Ну, ты рукой-то зачем сейчас объектив закрыл? Тоже не понимаешь, что я гляжу, начинаешь просто дуреть и дуреть. Нельзя так жить. Я не понимаю, а кто понимать-то здесь?
Надо выворачивать, сваливать сюда. Здесь понимаете. Здесь сваливаем. Стой! Нельзя так из деревенщик прыгать. Он не понимает, как сваливать. Потом для чего ставили? Так были бы вилы, мы бы вилы подняли. Вот так. Я маленький. Ну, ставим, а я туда. Я не понимаю, понимаешь? Убрал такую тачку, то ничего не сделать. Так не пойдем. Давайте, дергите вперед. Да. Маленький, дергите вперед. Ну. Вот она стоит рядом. Я ее свалил. Я говорю, вперед дернуйте. Дернуйте, маленько. Вот и все. Не понимаешь, я не понимаю. Играть разумом будешь, бог совершенно разум отнимет. Вытаскивайте веревочку. Ступай. Сложность великая, очень даже быть человеком. Вот мы возим осоку на строительство шалаша. Вот братья пошли. Что, сейчас последний рейс у вас, да, Никит? Там грабли заберите. Курточки я забрал ваши. Сейчас посмотрим, как Игнат Ильич там укладывает траву и все. Наш лагерь. Уже навозили. Сейчас только строительство шалаша надо делать. Николаевна, наш повар. Какие-то у нас там валяются. Да, чтобы она была. Трава, наверное, вот. Давай, забери. Вот видишь так, вот смотри, покажи. Вот берешь, это вот вершинка. Ну, не всегда удается ровно сделать здесь. Вот на первое. Вот я раз переламываю и подпекаю и давлю. Здесь должно быть толще. Ну, это осока. Загнуть ее за первую прожилину. Вот по ним вода будет течь. Теперь на вторую прожилину. А потом там уже все подстричь ровно будет. Старайтесь на один край коннекции делать, если можно, сколько. Вот. А теперь вот третий, смотри, третий ряд так кладем. Так, старайтесь ровно, чтобы она не снятая была. Она одна на одну будет уже течь тогда. Давайте, давайте, быстрее. Это уже не то, что березки положили, мы осенечки. Это уже от дождя. От дождя мы все лето в таких жили. Нигде не попадает дождь. Он течет. Давай. Это осока. Осока высока. Лезу выше. Сейчас будете подавать повыше. А потом там с краю сделаем, придавим и не узнаешь. Вот так делают шалаши настоящие. Мы, дети, жили в шалашах все годы. Это сейчас разбаловались все. Уже кельи настоящие.
За электричество подавай. Можно было более круто сделать вот эту вот. Ну, сделал пошире. Как будто маленько можно было поуже сделать. Почему-то подумал, что так. Ноги вытягивать негде. А мне тут сделано на 30 человек шалаш. 30 человек, если пряник принять сможем. А тут больше еще. О! Видишь как? Сразу. А следующая она течет на тот. Вот. Видишь как? Вот она. Давай еще. Так вот оно строится. Главное то, чтобы дождя теперь будет. Это дело посложнее. Это не от солнышка. Давай. Все, покатили немножко. Ну, все получится. О, это солидно. Сразу. Вот следующий накидываю. Вот она. Видишь, как идет. Давай. Это Василиса помогает. Ваня. Ботаник. Все травки собирает всякие. Вот так делаешь и сдвигаешь. Чем больше плотнее, тем лучше, тем дольше хватит. О! Это, ребята, давайте-ка мы попробуем доверху дойти. Вот так. Осока. Осока это более чем камыш. О! Гвоздик добыли. Задумать. Правда, что я это делаю? Ну, подавай. Я сам не зайду. Ладно, здесь слабенько пока. Давай. Видишь, как она выглядит? О, вот это вот хороший. Так, слишком много. Ну, а там идет, мы обычно целлофаном затягиваем. Так, постой-ка, я вылезу. Ну, не пойду. А ну, кто-нибудь сзади там шалаш посмотрит, просвечивает, нет? Вот этот край. А? Нет! Ну, я так и думал. Просвечивать-то сложно. А когда раньше делали так, они пшеницу не молотили как-то ее там аккуратно. И в ванне это замачивали в яму с глиной. А потом этой пропитанной глиной крыши крыли. Они 100 лет стоят, им ничего не будет. Обнимашки! Давай. Многовато. Видишь, вот как? Василиса, многовато. Наворачиваем туда, чтобы держалась, чтобы она не выползала. Под ногами все только выбирайте, как я просил. А то вы будете вытягивать и потянете мой материал. О,
Под ногами все убирайте, Паша. А? Да вон, я Паше говорю. Под ногами убирай, Ваня, все. Ну вот один пролет, а всего получается 14. Вот почему. Это стоял на моей ноге. Ну, первый пролет ты когда захватываешь. И то еще не проводишь. Травы много надо, но это копна. Жмать. Нестор, не балуйся. Чуть не упал. Чуть не упал, да? Почище убирайте из-под ног, а то потащится потом, начнете убирать. Слезь отсюда, куда ты залез-то? Ну. Вот так. Всё. Потом корову-то не едем, а опять. Долго вижу всё.